Давай заново. Итак, с чего начинается у нас правило игры кёгёлри? Надо сбить все кегли робота. Ага, нужно сбить все кегли робота. С чего начинается? Где сначала робот стоит, что он должен выполнять? Сначала робот стоит в середине и крутится вокруг себя. Потом датчиком расстояния находит банку и потом датчик цвета чувствует черное поле и едет назад на середину. Крутится дальше, пока он не увидит и не увидит все банки с поля. Все верно, молодец. Молодец, спасибо.